Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 8 декабря 2020 года. Сегодня прошла первая сессия Днепровского областного совета 8-го созыва. И как депутат, который сегодня принял присягу, я хочу вас всех поблагодарить за ваш выбор на выборах, которые вы сделали 25 октября за европейскую солидарность. Спасибо вам. Мы оправдаем. Сегодняшняя сессия, к сожалению, не избрала председателя областного совета. Это произошло по ряду технических причин, несоответствия в регламенте, и благодаря настойчивости депутатов Европейской солидарности был создан временный президиум, который перенес следующее заседание Днепровского областного совета на 16 декабря, на котором уже, надеюсь, будет избран поданной кандидатурой, будет избран новый председатель Днепровского областного совета. Я вас всех обязательно проинформирую, что будет происходить. Я буду рассказывать, что, чем и как занимается депутат Днепровского областного совета. Это будет информативно, это будет полезно, это будет диалог. Спасибо вам.